На данном этапе нужно очень серьезно взвесить необходимость срочного ограничения на экспорт зерновых. Некоторые страны такие ограничения уже внесли. Причем большие экспортеры – Россия, Казахстан, Украина. Если мы не внесем некоторые ограничения на экспорт зерна, тогда в течение нескольких недель мы можем остаться без зерна. Это продовольственная безопасность. Поэтому я знаю, что правительство работает в этом направлении.